Республика спорта дымне адаландыра сыне пызык кемлі ғойрайшы. Кашне районда спорт кермене жеклене. Шамрысын ғушынде жеш вадырдвады бенжин спорт залзыне үйтпевне бежектерме жүрей. Патшалтыда вырынды хайды дымлық организмде ішлеген земағы республика ердюжин тезлихне кунзерен сывлыхне жереплядеші. Шылдал тұрышыбек спортакиады ертерзі хайзен вайхалне дереслеші. Хальхенче омырдузем епреш районен жебулжеш. Епреш районе ханазине чаваш юрида шибе тараватлынг цейльджа. Ядарлаза Ергелени спортлаба мне республикари муниципалитет администрации зенче патшалах влаш органы зенче тржаган зембухонжиш. Паенхигон, вон билигам шход, шах спартагедна эртерепер, калазах вараспать, пирень кашни жул, шах спартагедра хучнаган зен шучу все брать. Мылегала шахалахра, вот хован пример бактарт, ничего не рыжу кезя. Вот муниципально служащим, гражданским служащим, всем спортпа туслашны, юратны, хован пример ребе, шинзине, спорта явштарны, был ну, самый лайх пример. Спорт антерлите зинже вай вишри тюре жара. Чуваш республикин финанс-министр Светлана Енилина фитнес аэробика бату слага. Позже вогатца галбулинди тренировка зине жюреме вогатупну взем. Министерство ра фитнес аэробика енибе ядар лоушканда иргеленя. Спортын куенебе малды вырындзене, Чавашкин пушлихин администрации бе финанс министерстве байларе. Худыш эстафетра спорт министерствене шидеген булмаре. Кутубы жыва худшына ганзен велосипед паджупса, пиве урлышся кашмала бульджа. Мини-футбол бавара еш министерстве жингерджа. Министерство земли бир ялан, вернее, вижу два дугут. Спортпа заниматься пар, хашкун, волейбол воля пар, хашкун, футбол воля пар. И баян жак спартак ядра, мин спортпа, мин труд команды зем. Финал радиоль был за, пиди интересно воир тержич. Халах, халаха, во-первых, савандардамар, хамар завандамар. Спартакиадын шулайхи тапхары вишленджи, омырдузем шулдалык ташыбе хирдеща. Кыргунне патшалых ищенезем, шымыл атлетика енебе, тада волейболла вля замырдеш. Хилле пожалба береш, тада елдербе джубыш. Шургунне вара шашка, тада урам баскетболи енебе турнир земир тереща. Республика Гларамвали, Алена Алтухова, Дмитрий Ковалев, Сергей Адушкин.